Так, всем привет. По позе моих двоих, ну даже троих человек, трех моих друзей, я подготовил для вас туториал по цветокоррекции в Sony Vegas. Так, найдем какой-нибудь момент. Притащим его на дорожку. Ускорим. Так, что нам понадобится? Первое это вот этот плагин. Секундочку. Понадобится вот этот плагин. Добавим его. Это значение здесь сделаем 0.48, чтобы было немножко серовато. Затем добавим soft контраст. У меня сразу готовый. Значение 20, ну, грубо говоря, 26. Здесь также 26. Затем softness стоит на значении 50, width на 85 и height на 80. Затем добавим color correction secondary. Значение здесь 200. Ну и все, собственно говоря. Больше ничего не требуется. Затем добавляем levels. Делаем ну вот, примерно так. Да. Так. Ну вот. Немножко затемним. Затем добавляем Magic Bullet Lock Sight. Здесь значение минус 16. Так, здесь чуть так вот. И прям 12. Затем листаем до градиента, выбираем любой цвет на ваше усмотрение. В данном случае я возьму вот этот. Значение поставим где-то 54 и здесь на полную. И вот результат довольно-таки неплохий. Всем, кому что непонятно, пишите мне на канал, ссылка будет в информации ниже видео. Все, удачи вам в мультмейкинге.